Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами на связи Лилия Донскова, и сегодня у нас распаковка первого заказа из... какой сейчас каталог? Из шестого каталога компании Oriflame. Слушайте, заказы стало делать реже и стало теряться, и нет бумажного каталога, и тоже трудно ориентироваться, что и как. И в этом видео мы будем не только смотреть, что я заказала, и я вам расскажу, почему я заказала именно эти продукты, некоторые новинки сразу протестирую, а еще я вам расскажу некоторые свои фишечки, которые сейчас использую в работе с клиентами, потому что я знаю, что у многих возник жирный вопрос: а что делать, как работать без каталогов, как работать с теми, у кого нет интернета, и так далее. Ну что, поехали. Заказ на 156 бонусных баллов. Накладную все-таки мне выдали, хотя, по-моему, накладной быть не должно, но бережем бумагу, сохраню ее. Кстати, я все накладные использую как черновики, то есть я на них пишу конспекты, или мы распечатываем какие-то нужные нам вещи, бывает по учебе, по работе что-то нужно сделать, мы используем черновики, кстати, уже давно. Итак, поехали. Первый продукт, который попал в руки, это пребиотический напиток. Я его периодически заказываю, но никогда еще не пила регулярно, чтобы взять банку и выпить от начала до конца. Но для меня это палочка-выручалочка. Если я чувствую, что в животе, в кишечнике какой-то дисбаланс, некомфортно, тяжесть, то есть, ну вот все, что вот связано с этим местом, понимаю, что что-то покушала не очень правильно, или переела, или в празднике очень много продуктов кушаем, ну не совсем полезные, а так как организм все-таки привыкает к какому-то определенному режиму питания, соответственно, если идет сбой, то организм тоже может как-то среагировать. Благо, что у кого-то не реагирует, вам просто очень повезло, а мне бывает, реагирует. Поэтому пребиотик сразу достаю, развожу одну чайную ложечку просто в воде, просто в воде, в чистой воде, смешиваю и сразу выпиваю. То есть я ему не даю стоять, то есть приходит так запечатанный, я ему не даю стоять, там что-то делать, нет, просто вот. Кстати, может быть, и надо бы попить курсом, но немножечко как-то я не очень люблю все эти курсы, и пью только если что-то приспичивает. То есть вот такой порошочек, он нежно-нежно такого зелененького цвета, у него состав полностью прописан и на сайте, вы можете состав прочитать, и на баночке. Пахнет вкусно. У меня вот папа эти баночки тоже пьет, я ему, когда заканчивается, я ему тоже выписываю. У него проблемы с поджелудочной, тоже с кишечником, и он тоже говорит: классная штука, заказывай. Так, смотрите, растворимый порошок, так, содержанием пищевых волокон из шести растительных источников: цикорий, сахарная свекла, шпинат, зеленый болгарский перец, брокколи и кейл, дополнительный источник инулина. То есть вот такой вот у нас состав: инулин, фрукта олигосахарида и порошок из брокколи. Все. Где произведено? Изготовлено в Германии, продается только компанией Oriflame. Вот так вот. И, в общем-то, все здесь написано. Поэтому я очень рекомендую, особенно если вы, например, прокололи или пропили курс антибиотиков. Так, Мелисса, хватит хулиганить. Кс-кс-кс. Перестань. Все, расхулиганилась. То есть, если вот антибиотики пили, обязательно пропейте, хотя бы какой-то курс себе сделайте, это очень хорошо помогает нашему организму, нашему, моему и вашему. Так, далее по wellness еще есть один продукт, это баночка, комплекс астаксантин. Открывать сейчас не буду, потому что есть открытая баночка. Я всегда держу дома баночку астаксантина, то есть для меня это важно, что я как бы, как есть такой, да, эффект спокойствия, то есть если у меня есть вот эта баночка, я спокойна, потому что если вдруг чувствуешь себя не очень хорошо, или намек какой-то идет, что начинается простудное заболевание, я просто выпиваю сразу несколько штучек. На мой вес, я беру одну на 10 килограмм веса, я выпиваю 5, и ударную дозу омеги
сразу штучки 3-4 выпью, витаминку целую из wellness pack, и у меня как-то быстро все это нормализуется. Ну что сказать, классная штука. А если еще бывает упадок сил, ну чувствуешь себя вот так вот, прям вот так, надо выпить, прям вот реально хорошо. Очень еще хорошо помогает астаксантин при занятиях спортом. Бывает такое, долго не тренируешься, а потом как дашь жару, и на утро просто все болит. А если пьешь астаксантин, то мышцы не забиваются и не болят. Так, это трясется камера не из-за того, что я как-то ее трогаю, это Мелисса хулиганит. Мелисса, перестань, она прям сегодня разошлась. Так, под заказ у меня аромат Infinita. Цены выросли на ароматы ощутимо, вот прям очень ощутимо. Так, Мелисса, брысь отсюда, кш, иди сюда, кс, 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 кс. Хочет камеру столкнуть. Лучше бы я ее покормила, да, перед началом съемок, как она и хотела. Так вот, аромат Infinita, у меня клиентка пишет: Лиля, у нас закончился аромат, я ей скидываю скрин, ну, с каталога страничку, стоимость, а он был без скидки, она такая: ой, я такая: ага, а когда будет со скидкой? Я не знаю, каталогов-то нет, но мне девчонки скинули каталог заранее из Казахстана. Я посмотрела раздел аромата, пишу ей: слушай, в Казахстане скидка, наверное, у нас тоже будет, потому что у нас не было тогда каталога. Напишет: ждем. Все, увидела, сколько стоит, скинула, утвердили, все, заказали. Вот смотрите, сразу первый лайфхак — забота о клиенте. То есть если клиенту надо, очень сильно надо, он, конечно, и без скидки купит, но если есть возможность подождать, потерпеть, то есть не срочно, неважно прям вот что в первую очередь, пусть немножечко подождет, а вы позаботьтесь, поштудируйте, да, какие-то каталоги даже в другой стране, но вы же понимаете, что у нас будет что-то аналогичное. Скидка будет, ну все, ждем. Так что вот первый заказ. Следующий заказ, смотрите, это помада Cushion, очень крутая помада, помада с ароматом ванили, она увлажняет губы, ложится бесподобно, мне очень нравится все, дизайн, форма, удобство, качество этой помады, как выглядят губы. Ну вот у меня просто нет претензий к этой помаде абсолютно. И я однажды клиентке порекомендовала эту помаду, выбрали цвет, хотя она сопротивлялась, и я ей говорю: давай попробуем, вот я вот вижу тебя в этом оттенке, вот будет круто. Она сомневалась, помада же дорогая, но решилась. Я говорю: слушай, ну если вообще не понравится цвет, ну никак, я заберу. Я всегда, знаете, эту фразу говорю, потому что я уверена, что человеку понравится, это раз. Второе, я показываю то, что человек не рискует, человеку очень важно состояние безопасности, и я говорю: тебе если не понравится, я заберу. Вот знаете, сколько раз я в жизни забирала продукцию людей? Или ни разу, а может быть разик, два максимум, скорее всего ни разу, я даже вспомнить не могу. Но если бы человек сказал мне, что мне не нравится, я забираю вообще без вопросов. Почему я так делаю? Ну, во-первых, я вам объяснила, что человек должен чувствовать безопасность, вашу уверенность в продукции. Во-вторых, если вдруг что-то пойдет не так, я заберу продукт, я его сама использую. Вы скажете: ну помада, это же не гигиенично. А мы как сделали? Она открыла помаду, она ее выдавила, взяла ватной палочкой помаду сверху, нанесла на губы и увидела, что цвет ей шикарно подошел. А если бы не подошел, то ничего страшного, никакой антисанитарии не было, понимаете? А мне все цвета идут, если вы заметили, я любой цвет крашу, и мне всегда хорошо. Или дочке можно отдать, сестре, маме, подружке, да без проблем. Итак, повторный заказ на помаду. Вот прошло несколько месяцев, помада закончилась, именно этот же оттенок она заказала. Круто. Далее заказали у меня зубную пасту. Я рассказала свою историю, кстати, пасты в заказе две, одна мне, одна клиентке. Я рассказала историю, как у меня обозначилась яркая чувствительность вот при, как вот шейка зуба, да, вот эта прикорневая часть, которая под десну уходит, как будто бы
не знаю, как-то обнажилась, может быть, или что-то. Началась чувствительность, реагирует на сладкое, на холодное, на горячее. Кошмар. Я поехала к врачу, она мне как раз один зубик посмотрела, немножечко пломбочку обновила и сказала, что мне нужна паста для чувствительных зубов. Именно не просто ей чистить зубы, а сделать аппликации. Прям говорит, нанеси вот сколько сможешь подержать, минут 5-10, вот сколько, вот чтобы не глотать или сплевывать. То есть делаю вот эти вот аппликации, пусть паста поработает. И написала мне пасту из аптеки. Я так посмотрела, думаю, дай-ка я попробую, у меня паста стоит для чувствительных зубов, но мне она не понравилась в том плане, что не было у меня ощущения такой чистоты, чтобы прям вау, вот это так круто. Но это же для чувствительных зубов паста, поэтому она специфическая. Но когда я сделала аппликации два раза, у меня вся чувствительность ушла, то есть я стала опять есть спокойно сладкое, холодное, горячее. Ну круто же, конечно. Вот делюсь с вами вот с тем, что сама пережила, испытала, ничего не придумываю, вот как есть. И как вы это можете применить в разговоре с человеком? А какой пастой пользуешься, какую проблему хочешь решить, а что, а как с зубами, а в семье как, а у детей, а у мужа, а у мамы? Раз выяснили, что у кого-то проблема чувствительность повышенная, да, вот прям, ну, не, или человек чай пьете, а он вам говорит, ой-ой-ой, что такое, да, вот конфетка опять попала, а зубы чувствительные, ну да, слушай, ну давай, или вот пасту, или к зубному сходи, пусть посмотрит, может пломбочку надо сделать. То есть быстро находите решение вопроса человека, вот она боль, да, проблема всплыла, вы тут же, а вы помните, Лиля рассказала, да, Донского молодец, поделилась, берете, применяете. Следующее, что я заказала себе из новинок, слышите, аж руки трясутся, так хочется понюхать и попробовать, сейчас будем открывать. Это новая серия Love Nature, у нас немножечко обновилась по составу, то есть дизайн флакона, вы видите, не изменился, а мне он очень нравится, кстати, вот этот формат, настолько удобно в руке, бутылочки в виде йогуртов, классные. И здесь у нас огурец и, по-моему, зеленый чай. Огурец и зеленый чай. Ну что, давайте тестировать, потому что я взяла и мыло. Я же не могу пройти мимо новинки. Не-а, не могу. Ой, слушайте, класс, как пахнет. Как будто огурчик. Вы видите, да? Пахнет вкусно. Ой, аж прям вот, я еще голодная, сейчас обедать будем. И тут еще точечки такие, как будто вот, знаете, зернышки огурца, надо было им прям какие-то вкрапления сделать, чтобы в виде зернышек, было бы просто вообще здорово. Пахнет вкусно, мыло выглядит так классно, вот как будто это ручная работа. А гель для душа, он приходит запечатанный, если вы заметили, здесь есть такая пломбочка, ее надо отрывать. Сейчас попробую, конечно, своими ногтями здесь влезть, жалко ногти, нет, все нормально. Такой же аромат. Ой, как вкусно. Напоминает вот серию, где у нас алоэ, олива, но тот более резкий, у этого помягче аромат. Слушайте, классный. Прям сегодня буду душ принимать. И мыло как раз в ванной заканчивается. Там прям тонюсенький такой кусочек остался голубого океанического мыла. И я вот это сразу положу, новинку. Будем пользоваться. Что еще заказала? Дочке консилер. Смотрю, начала мой таскать. Так, мам, а консилер-то классный. Я говорю, да что, я же знаю. А у нее до этого был консилер откуда-то там, может быть, я не знаю, вот с Золотого Яблока или с Литуали. Девчонки дарят, наверное, заказывают им что-то, да, и они ей дарят. А может, сама покупает, но мне не говорит. Потому что я не люблю, когда покупают что-то. Если у нас свой магазин есть, в котором есть все абсолютно, я знаю, что продукция классная. Ну я-то мажу, видно же, что ни синяков нет, ни отеков. Почему? Консилер классный. Смотрю, таскает. Думаю, я не люблю, когда вот мои берут вещи, особенно которыми я регулярно пользуюсь. Не потому, что я как-то брезгую, дочка родная, ну просто не люблю. Вот как-то, не знаю, у меня такое вот впечатление. Даже когда рисую, у меня кисти, да, мои художественные, ну что-то такого, ну кисточка, нет. У меня все особенное, особое отношение к таким вещам. Поэтому заказала сейчас по акции. Когда делаете заказ, у нас есть там кнопочка «Далее», и вы переходите в раздел «Акции». И прямо вот там все просмотрите. Очень много акций, и как раз тональные средства, и консилеры идут со скидкой. По-моему, ну где-то 319 рублей.
Ну, нормальная цена, не дешево прям. А тут мы не поймем, потому что у меня скидка прошла, моя товарная. Ну и последний продукт, заключительный. Та-дам! Наверное, вы ждали, неужели Донского не закажет себе новый крем, да еще с кокосом и какао? Нет, я не могла это пропустить. Давайте объем посмотрим. 200 миллилитров, вот и хорошо. А то когда объемы здоровые, я их долго не могу использовать. У меня открытые сейчас стоят несколько лосьонов для тела. Я то одним, то другим. Все запечатано. Смотрите, как хорошо. А кто производит? Наши делают, нет? Так, так. Мы в Польше делают. Ой, как пахнет вкусно. Очень нежно. Очень ненавязчиво. Ой, ну давайте пробовать. Я прям беру отсюда с фольги. Какой-то он прохладненький. Не было заявлено, что у него охлаждающий эффект. Может, потому что только привез Миша с улицы, там попрохладнее, но все равно там не холодно. Вот это сочетание кокоса и какао бесподобно. Он как будто бы десерт. И сам крем, смотрите, он такой интересной консистенции, такой как желе, трясется немножечко. Быстрее душ принимать, намазаться, все это попробовать. Я обожаю крема, лосьоны для тела. Вот и все, он впитался. Смотрите, как быстро впитывается. Еще раз хочу сказать по поводу крема для тела, крема для рук. Я сколько перепробовала, к маме ездила, у нее какие-то крема новые лежат. Ну, кто-то, наверное, подарил. 8 марта недавно было, день рождения, сестра у нее приезжала. Наверное, кто-то притащил. Я пробую, пахнут вкусно, тюбики красивые. А ощущения вот не те. То ли у меня кожа уже привыкла к Орифлейм, что вот я наношу, он впитывается моментально. И все, и красота. В общем-то, аромат вкусный, тюбик красивый, а наношу вот не то, и липкость какая-то, и неприятная, и даже вот послевкусие, вот сколько-то времени проходит, нюхаешь аромат Орифлейм, любой крем, а он еще лучше, он как бы нежнее становится, раскрывается, а там ароматы, вот сколько пробовала, как-то тяжелят, напрягают, и вот хочется смыть. Вот у меня такое впечатление. Я не придираюсь, нет, есть и плюсы, есть и минусы, конечно. Всегда, я понимаю, хочется новизну какую-то попробовать. Но вот чем мне нравится Орифлейм, то что постоянно новизна, новые продукты, новые упаковки, новые ароматы, все время интересно. Потому что я в компании 23 года, и если мне не надоело, а я же телец, я же любопытная, любознательная, если мне не надоело, то представьте, другому человеку, наверное, здесь очень должно понравиться. И еще хотела вам дать рекомендации по работе с людьми. Все-таки сейчас больше акцент делаем на индивидуальность. Вы же знаете, что у вас люди любят, вы же знаете, что они заказывали раньше. Так вот, помогайте им альтернативу подбирать, ищите, когда скидки. Очень много распродаж, акций, показывайте людям это. У меня вот недавно подруга приезжала, она как раз успела с первого повышения заказать наборы вот эти Essence & Co. А я ей говорю, ты представляешь, сейчас один флакон стоит 1000 рублей. Она, да ты что, вы не представляете, с каким она благоговением держала эти флаконы, как она их оценила, она открывала, нюхала ароматы и говорила, а почему я раньше их не заказывала? Какой аромат, какая прелесть, лосьон нанесла, говорит, ну это же круто. Ну классно, что два набора заказала, надолго хватит. Потом смотрите, если люди у вас не в интернете, они не могут быть в чатах, они не могут смотреть электронный каталог, вам что, их бросить? Ну это как вариант, ну бросьте, кто-нибудь да подберет, или люди пойдут в магазин покупать какую-то ерунду. Все-таки кто-то мне говорит, у меня нет времени с ними сидеть, листать каталог с моего телефона. Ну так и не листайте, позвоните, поговорите, расскажите, что нового. Перед вами же есть каталог, в разговоре выясняете, что заканчивается, что сейчас нужно,
какие проблемы надо закрыть прямо сейчас, и говорить: так, вот смотри, сейчас вот этот крем идет со скидкой, а вот этот гель, вот это по акции, а вот это если два берешь, то выгоднее. То есть помогайте людям просто по телефону, они же вам доверяют, они же уже вас знают, что вы плохого не посоветуете, что вы поможете наилучшую цену, наилучший выбор сделать, правильно? Далее, ищите новых клиентов. Вот если вы создали клиентский чат, наполнили его людьми один раз, не останавливайтесь, каждый день думайте, откуда позвать людей, кому еще рассказать, в какую группу зайти, с кем познакомиться, кого позвать к себе в гости в свой чат. Наполняйте, пусть у вас в чате будет не 20 человек, не 30, а 300, 500, 1000, всегда будут заказы. Вот я сейчас свой чат забросила, но мне реально некогда с ним заниматься, а заказы есть. Вот смотрите, это себе, так что у нас вот три заказика, небольшие, небольшие, но я особо-то не работала, понимаете? А если бы я поставила своей целью собрать заказ на 500 баллов, я бы это сделала, и независимо от того, что цены выросли. Мне вот Миша скинул фотографии, сейчас забыла, хотела на свой канал Telegram выложить. Сейчас прям открою, посмотрю специально для вас. Мы покупали порошок, буквально вот перед повышением купил Миша порошок, по-моему. Вот смотрите, покупали мы порошок стиральный Tide Professional Expert Color, автомат универсальный, 15 килограмм за 968 рублей. Это было оплачено. Сейчас смотрим число. Не вижу число. В общем-то, прям вот перед повышением, незадолго. А следующая фотография вчера Миша скриншот сделал. И этот же порошок стоит 3715 рублей. Друзья мои, ну это во сколько раз? Это даже не на 100%, это уже я не знаю, на сколько процентов поднялись цены. И кому надо, пойдет и купит. То же самое в Oriflame. Если вы сами решили, что ой, дорого, все, брать не буду, то у вас заказов не будет. Если вы адекватно оцениваете ситуацию и понимаете, что все выросло, и продукты питания выросли в цене, некоторые очень сильно выросли, прям ощутимо. Я папе покупала брокколи, 400 рублей были. Через две недели пришла вилок купить, они мне говорят 800. Я говорю, две недели назад я брала у вас же в вашем отделе за 400. Они говорят, да вы не представляете, как цены выросли, 800. И даже 50 рублей скидку не делают. У нас, говорит, очень высокая закупка. Поэтому ваше отношение, если вы нормально к этому относитесь, да, выросла цена, да, но не так, чтобы прям я испугалась и в обморок упала. Нормально, немножечко сократили расходы, да, я сейчас не шикую, раньше бы я всю серию вот эту заказала, сейчас один крем взяла, потому что я понимаю, что у меня жидкого мыла стоят несколько флаконов, закупилась перед повышением, мыла полно, этого полно, гелей тоже полно, ну не удержалась, потому что такой вкусный аромат, думаю, надо брать, поэтому я чуть-чуть сократила. Но основные вещи, такие как wellness, я даже не смотрю на цены, потому что мне надо, если у меня пребиотик кончился, я его беру, потому что почему я должна страдать или пить таблетки, если я знаю, что мне может помочь буквально 1-2 порции, наведет порядок у меня в животе. Классно же? Так вот, смотрите, в первую очередь это ваше личное отношение к ситуации. Как только вы ее отстраиваете правильно, да, по как вам в первую очередь нужно, соответственно, так будут относиться люди к этому. И даже если кто-то начнет возражать, да не надо вам бороться с возражениями, просто идите напрямую и скажите: ну нет так нет, я никогда не борюсь с возражениями, никогда, а у меня их и нету. Это редкий случай, когда мне человек возражает, а потому что внутренняя отстройка такая четкая, что у людей даже мысли не возникает как-то возражать или как-то к этому относиться неправильно. Не то что они молчат, нет, меня никто не боится, не стесняется, а просто: а зачем возражать, если все легко и просто, хочешь бери, не хочешь не бери. Я нахожу проблему человека, помогаю ее закрыть через нашу продукцию, и все. Так, что-то еще может быть, если вспомню,
расскажу во вторник на прямом эфире. Обязательно приходите на живые эфиры каждый вторник в 19 часов по Москве. Я общаюсь и в прямом эфире отвечаю на ваши вопросы, поэтому приходите подготовленные, прям пишите свои вопросики и задавайте в эфире. Я буду рада с вами пообщаться. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь. Я вам желаю и хороших заказов, и лояльности клиентов, и самим получать удовольствие от процесса на 100%. Успехов вам, крепкого здоровья и настроения. Всего доброго, пока-пока.